проверить свое здоровье и позаниматься спортом, не отходя от грядок. Дачные товарищества в скором времени станут не просто садами, где выращивают овощи и фрукты, а летними мини-городками. Ежегодно с весны по осень половина жителей Ульяновской области буквально переезжают на свои дачные участки. В правительстве считают, это хороший повод сделать жизнь дачников комфортнее. Для этого в СНТ проводят газ и свет, ремонтируют подъездные дороги, устанавливают мусорные контейнеры. Только в этом году на строительство подъездных дорог до границы СНТ из областного бюджета выделено 40 миллионов рублей. У нас порядка 160 тысяч садовых участков, дачных садовых участков на территории региона, порядка 12 тысяч гектар задействованы, соответственно, под садовые товарищества, порядка 500 тысяч человек, соответственно, проживающих на территории нашей области, соответственно, это члены садовых обществ. В этом году для садоводов провели первую летнюю спартакиаду, которая прошла в Чердаклинском районе. 5 команд садоводов от каждого общественного совета области состязались в волейболе, дарте, армрестлинге, перетягивании каната и настольном теннисе. Победители были награждены ценными призами и памятными подарками. Поздравил их губернатор Сергей Морозов. Он отметил, что необходимо уделять внимание и здоровью садоводов. Мы видим, что в пределах половина численности Ульяновской области, начиная с мая месяца и практически до сентября месяца включительно, перемещаются в садовые товарищества, то я исхожу из простого. Значит, тогда и соответствующие службы, министерство, ведомство, там, здравоохранение, еще говорю, культура, образование, спорт должны перемещаться за людьми сюда. Предложена идея создания на базе садовых товариществ небольших амбулаторий, где люди смогут проверить здоровье и получить первую помощь. Глава региона дал поручение регулярно проводить площадки здоровья во всех садовых товариществах, чтобы люди смогли измерить давление, вес, индекс массы тела и получить консультацию. Объем финансовых средств на следующий год должен быть более чем в 2 раза увеличен. Слава Богу, так сказать, бюджетные возможности, которые у нас есть, позволяют. Тем более, что вот с Александром Ильичем мы недавно обсуждали еще раз. У меня есть огромное желание существенно сократить расходы на органы государственной и, может быть, даже муниципальной власти. Кроме вопросов здоровья, поговорили и о насущных проблемах. По словам главы региона, существующее финансирование будет переформатировано и введена новая форма поддержки – садоводческие инициативы. Свои предложения подготовили дачники из Димитровграда. Жители волнуют проблемы межевания земель. По их словам, кадастровая палата не хочет разбираться в ситуации. Спасибо, Сергею Ивановичу, что он город Димитровград не забывает. Все вопросы я встречаю с ним на встрече, и все вопросы, которые я ему задаю, он дает конкретные вопросы. Помимо проведения газа, света и воды, важным остается вопрос вывоза мусора. Общая сумма субсидий из регионального бюджета составила порядка 60 миллионов рублей. Средний процент возмещения составляет 40% от затрат садоводческих товариществ. Работа продолжается. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, новости Улправда ТВ. Почти не...